Так, всем привет! С вами Аня. И как вы просили, у меня в Инстаграме, ссылочка будет в описании, сделать видео о моей школьной сумке. Вот, поэтому сегодня я вам расскажу, что находится в моей сумке, что я в ней ношу. Сумку я еще не разбирала, поэтому вы увидите все то, что с ней лежит. Я ее даже не открывала, вот как вчера пришла, так она у меня и лежит. Вот, поэтому давайте же переходить и смотреть, что в ней лежит. Первое, что я вижу, это блокнот. Блокнот, у меня тут всякие заметки, мои планы. Я сюда все записываю, то, что нужно мне, мои дела, мои планы, какие-то там записи по каким-то предметам, которые не очень важны. Далее. Так, что я вижу дальше? Тут у меня всякие бумажки, это школьные. Вот, потом тетради. Тоже бумажки, опять тетради. Как видите, я реально ничего не разбирала. Вот, поэтому далее таблетки. Вот от горла и от головы. Я обязательно ношу таблетки, потому что без таблеток это вообще жесть. Без таблеток в школе это не Аня, потому что у меня все время либо болит голова, или начинает болеть горло, начинает болеть живот. Вот поэтому таблетки обязательно ношу. Вот тут вот такой вот как флакончик для носа. Кто знает, типа звездочки. Вот, и для головы. Виски мазать. Вот, тоже обязательно наношу, потому что мало ли что случится. А мне дали, это гигиеническая помада. Вот, обязательно тоже ношу ее, потому что без нее моим губам пипец. Они будут сухие, все потрескавшись, поэтому без помады я не могу вообще. Вот, далее это наушники, AirPods я с собой всегда ношу, потому что иногда хочется музыку послушать, расслабиться как-то, или когда еду домой тоже музыку послушать. Вот, так, далее это крем, так как у нас сейчас зима, от мороза крем, потому что у меня очень сильная аллергия на мороз, и мои руки начинают чесаться, красные, покрасневшие, корочка появляется. Вот так, ношу с собой такой вот детский крем от мороза. Вот. А летом я ношу просто увлажняющий крем. Так, далее, ну тут тетрадки всякие, далее опять идут от книга. Готовимся, готовимся, вот тут тоже тетрадки, бумаги опять какие-то, еще тетрадки. Еще тетрадки. Так, что у меня тут осталось? А, пауэрбэнк. Обязательно ношу с собой пауэрбэнк, потому что телефон может разрядиться. А я очень активно веду Инстаграм, поэтому он у меня очень быстро разряжается. Поэтому вот беру с собой обязательно пауэрбэнк, потому что без него, ну, это вообще жесть. У меня разряжается телефон и нет зарядки, то есть я выпадаю из соцсетей, а это я не могу себе позволить. Мне нужно обязательно что-то снять, я без этого уже не могу. Поэтому я беру с собой обязательно зарядку, заряжаю ее ночью, и на целый день мне ее хватает. То есть она хватает мне еще на одну зарядку телефон. Вот такая маленькая. Вот, и к ней еще идет такой вот чехольчик, который вот так вот сюда засовывается, вот, чтобы она не поцарапалась, там не ударилась, не разбилась. Вот поэтому я беру с собой еще чехольчик. Так, далее, что у меня лежит в сумке. Это обязательно кошелек, потому что без кошелька, ну куда мы без кошелька, тут денежки лежат, по которым мы оплачиваем проезд, оплачиваем себе еду, питание, вот, поэтому кошелек обязательно. Так, далее это паспорт мой, потому что, ну мало ли, понадобится паспорт, спросит кто-нибудь, вот поэтому паспорт тогда я беру с собой. Так, далее, что у меня тут еще? А, мой проход на нашу территорию. Где мы живем? Так, далее. Что тут? А, карточка, которую для входа в школу. Вот, обязательно беру с собой карточку. Что без карточки в школу не пропустят. Или пропустят, но тебе придется там писать, что вот, я там с собой карточку или потеряла ее, поэтому карточку обязательно берем с собой. А, вот такой вот у меня еще есть мешочек. Он от JBL, конечно, но там у меня не JBL. Там у меня находится флешка.
Вот обязательно беру с собой кнопочку, мало ли, нужна какая-то информация, какую-то информацию нужно перенести, или я на ней делаю какие-то презентации, доклады, и потом их сдаю в школе, поэтому флешка обязательно нужна. Такс, что тут еще? Вот, и последнее, да, все последнее, то, что я вам хочу сказать, это вот такие вот стикеры маленькие, небольшие, мало ли, нужно будет какие-то заметочки записать, потом приклеить тетрадочку, вот. В общем, чтобы было удобно, они вот такие вот маленькие, много места не занимают, поэтому обязательно ношу их с собой. Да, и, кстати, Powerbank, я беру с собой зарядку, просто я ее уже достала, вот, зарядку для айфона, чтобы он зарядился. В принципе, все. Сумка пустая, больше ничего нет. Ой, вот. Ну, в общем, вот такая вот у меня сумка, вот что я ношу в ней. Вот. А, ну, еще иногда, но это не каждый день, конечно, я беру с собой какую-то книгу. Ну, это вот просто для примера, там, Горький, вот я взяла книгу обязательно, которую можно почитать, потому что я, допустим, когда еду в автобусе или в метро, хочется что-то почитать, поэтому я беру с собой какую-нибудь литературу, книгу, которую я читаю. Вот. Ну, в принципе, это все то, что я ношу. А, ну, это вот еще пенальчик. Еще поношу пенал. Ну, это, мне кажется, все носят, вот, поэтому я его просто выложила, потому что делала вчера там задания какие-то, и он мне понадобился. Вот. Поэтому, ну, в принципе, все. На этом я заканчивала это видео. Спасибо большое, что вы посмотрели его. Всех очень-очень сильно люблю. Ждите в конце этой недели дневник выпускниц, потому что я его снимаю, смонтирую к концу недели и выложу. Вот, поэтому смотрите меня, ставьте лайки, подписывайтесь на Инстаграм, потому что в Инстаграме все самое интересное, там я 24/7 с вами. Всем до скорого, всем пока-пока, с вами была ваша Аня. Всех очень-очень сильно люблю.